Дональд Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае ответной атаки после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом президент США написал на своей странице в Твиттер. По его словам, некоторые из выбранных мишеней имеют большое значение для Исламской Республики, а их число равно количеству американских заложников, захваченных Тегераном много лет назад. О каких именно целях идет речь, глава Белого дома не уточнил, заявив, что США более не хотят каких-либо угроз. Трамп убежден, Сулеймани ответственен за организацию недавнего нападения на американское посольство в Багдаде. К слову, ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Пентагон начал переброску более 4000 военных в регион. Действия американского лидера в США довольны далеко не все. В Лос-Анджелесе прошел антивоенный митинг. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Нет войне с Ираном». А в Вашингтоне акция протеста собрала десятки демонстрантов. Скандируя «США вне Ближнего Востока», они прошли рядом с Белым домом и отелем Дональда Трампа. Пожалуйста, поймите, что Пентагон является крупнейшим в мире институциональным потребителем ископаемого топлива. Мы больше не можем терять граждан, убивать людей и разрушать окружающую среду из-за нефти.